Еще 250 сладких новогодних подарков для детей Донбасса в рамках «Недели добра» отправили из Нижневартовска. Сегодня в городском отделении Гомкорпуса загрузили два автомобиля посылками для жителей новых регионов и бойцов-участников спецопераций. Помимо детских подарков, добровольцы по заказу Министерства обороны собрали 59 коробок с предметами первой необходимости и теплыми вещами для военнослужащих отряда «Барс». 6 коробок с медикаментами и 5 мешков с бельем для военного госпиталя в Луганске Народной Республики. Военнослужащие получат от родных и близких 236 адресных посылок. Добровольцы спешат доставить груз до Нового года вместе с праздничными поздравлениями. Следующая отправка будет в январе месяце. На новогодние праздники пункт сбора закрывается у нас на рождественские каникулы до 9 января. Дальше мы будем работать в прежнем режиме. Понедельник, пятница с 12 до 6.